Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Роман Криптомен. И сегодня у нас ролик по проекту HostgainSeo. Сегодня, ребята, мы разберем весь проект, разберем, почему здесь нам получится заработать, какие NFT они предоставляют и всю историю данного проекта. А для начала хотел бы сказать, что HostgainSeo является крупнейшим цифровым рынком криптовалютных коллекций и NFT, который расположен на сети Cardano. Сейчас мы переходим, ребята, к их, так сказать, инструкции, их документам. И мы видим, что у них идет больше разнообразия на торговую площадку. У них есть торговая площадка NFT, она создана на сети Cardano, где будут допустимы такие разрешения фотографий, как GPH, PNH и SVH и многое другое. Они, естественно, выбрали сеть Cardano, потому что это будет удобнее для пользователей. Это было, так сказать, хорошим решением. И еще потому что Cardano, вы знаете, это токен ADA. А сейчас данный токен и, в общем-то, проект выдвигается на новый, так сказать, уровень, перегоняет другие огромные сети. И это будет очень конкурентоспособно. И благодаря этому HostgainSeo будет набирать тоже обороты. Видим, что у них идет тут финансовая структура для тех, кто не пользуется банковскими услугами, потому что они в основном ведут функции и пространство на NFT. Как вы знаете, NFT — это тема, которая до сих пор популярна и будет становиться популярнее еще очень много лет. Почему? Потому что эти картины нравятся другим людям, люди видят тут ценности и начинают развиваться. И если проект востребованный, соответственно, их NFT тоже будут востребованы. Они расписывают усилия сообщества для того, чтобы эти NFT выдвинуть в топы. И чтобы быть в курсе всех последних событий, то, ребята, подписывайтесь на их вот этот сайт, короче, заходите сюда и смотрите тут всю информацию. Теперь, ребята, мы перейдем к их дорожной карте. У них будет здесь 5 этапов. Видим сразу первая фаза. У них идет консенсус идей проекта. Создание дескрипторов социальных сетей. В социальные сети входят это Twitter, Discord, Medium, Reddit, ну то есть все основные социальные сети. Лично я рекомендую, как обычно, это Twitter и Telegram. Самое главное, за ними двумя я всегда слежу по всем проектам, что я вам рекомендую. Потом у них идет развертывание смарт-контрактов и Mint HSK, то есть это их токен, на Cardano. Потом этот токен выходит на частную продажу. Второй этап, который у них идет, это AMA-сессия проекта, после чего у них идет аудит сайта HostgainSeo и распродажа токена HSK. После чего у них идет третий этап, в котором идет выпуск эксклюзивных земель HostgainSeo на метавселенной, выпуск торговой площадки NFT и платформы для ставок, это будет тестовая сеть, то есть тестнет, так сказать. Предварительная продажа токена HSK. Ребята, если что, продажи тут идут по раундам, то есть некоторые раунды созданы для ранних инвесторов, некоторые уже как идут ближе к публичной. И после публичной уже идет листинг токена. После чего у них идет фаза четвертая, то есть четвертый этап, в котором будет уже публичная продажа токена HSK, то есть это уже, можно сказать, как вайтлист или просто для всех открывается продажа, которые могут поучаствовать уже обычные, то есть люди, если попали в эту продажу. После чего уже идет листинг HSK на централизованных биржах, не децентрализованных, а на централизованных. Они говорят о том, что залистится на Coinbase, SundaeSwap, Bitmart, Binance и Kraken. Это, ребята, очень хорошие биржи, абсолютно все здесь биржи самые лучшие, начиная с Binance и заканчивая Bitmart. Ну, то есть Bitmart среди всех низкого уровня, Binance высшего, и там Coinbase, Kraken, то есть это самые огромные биржи. После чего у них идет листинг на торговых площадках. Ну, тут не то, что листинг, они просто будут отображаться на CoinMarketCap и CoinGecko. То есть вы сможете смотреть цену, сможете пролистывать там все эти, то есть разделы, ну, смотреть график, на каких биржах есть и оценивать ситуацию, то есть где это удобно. После чего у них будет запуск межсетевого взаимодействия NFT, реализация служебных функций токена, таких как механизм управления, голосования и структура DAO. Теперь мы переходим к пятому этапу, уже, то есть пятый этап, это не считается окончательным, как мы видим, они уже запустят полнофункциональные торговые площадки NFT, то есть основную сеть, это уже будет не тестнет, а полностью сеть. Запуск стейкинговой платформы NFT, то есть MyNet, где будут пулы, вы сможете вкидывать, то есть и зарабатывать, стейкая там USDT и так далее, что они предложат.
запуск мобильного приложения HostGTC и постоянное развитие торговой площадки HostGTC, то есть они будут, наверное, сотрудничать с инфлюенсерами, брать рекламу и так далее. И теперь, ребята, мы переходим к токеномике проекта HostGTC. Тут, ребята, уже мы сейчас узнаем все виды их продаж. Итак, начнем. Частная продажа, они выделили 10% всех токенов, это 10 миллионов их токенов HSK. И видим, что цена, по которой люди покупать будут, это 0.01 ADA, то есть 1 цент в токене ADA. Токен ADA сейчас примерно стоит 58 центов, я смотрел. То есть уже предположительно мы можем знать, какая цена. Потом уже идет приватная продажа. В приватной продаже они выделили 15 миллионов токенов, которых уже цена в 2 раза больше за 1 HSK. Они уже просили 2 цента в токене ADA. Потом у них идет предпродажа, это 20 миллионов токенов. 1 HSK они брали по 3 цента в ADA. То есть это уже 3x цена от частной продажи. Но на самом деле в каждом виде продажи у них разные локи. То есть все токены сразу, вряд ли кто-то сможет вот так получать. После чего у них уже идет открытая продажа, на которой они выделили 15% всех токенов. Это 15 миллионов токенов. И уже тут 1 HSK по цене 4,5 цента в токене ADA. Потом уже идет стратегическое партнерство, то есть это, ребята, уже не предпродажа, это просто куда они ведут, то есть деньги. За стратегическое партнерство они выделили 15 миллионов токенов, в которых 1 HSK рассчитывается как в 1,5 цента в токене ADA. Потом у них идет ставка и фермерство. Видим, там они выделили 20%, то есть 20 миллионов токенов. Цену они не пишут, потому что это уже будет учтено, это ставка фермерства, это имеется в виду стейкинг, ребята, и пулы, которые вы уже будете проводить на сайте после того, как пройдет продажа. Потом уже идет резерв в закрытой экосистеме, в которой они выделили просто 5% всех своих токенов, то есть 5 миллионов их токенов. И общее количество токенов, ну, естественно, это 100 миллионов. То есть 100 миллионов это все токены, которые они создали, которые предоставлены здесь. И как же купить их токены HSK? Если вы в этом заинтересованы, то вот, вы можете купить минимальная сумма покупки 200 ADA, максимальная сумма покупки 20 тысяч ADA. Хардкап у них будет 100 тысяч ADA. Ссылка на продажу токенов HSK вот есть, sell.hostgtc.io. Переходите по ней и покупайте токены. Теперь, ребята, мы переходим к обзору их социальных сетей. Таких как Medium и Telegram. Вот так выглядит, друзья, их Medium страница, так она называется, Medium.com HostGTC. Тут вы можете видеть их последние статьи, чем они занимаются и что они выкладывают. То есть все тут можно, вы можете их тут полайкать и так далее, и поделиться с друзьями. И вот так, друзья, выглядит их Telegram, сообщество, группа. Вот ссылочка вот таким образом, HostGTC так и называется. Здесь 83 тысячи участников. Тут, ну, конечно, это английская группа, тут все общаются на английском. Вы можете написать свои сообщения, запостить, и вам тут помогут в случае чего админы, если у вас есть какие-либо вопросы. Ну что ж, ребята, на этом мы заканчиваем наш видеообзор проекта HostGTC. Я постарался рассказать вам всю самую важную информацию. Если видео вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал Роман Криптомен, пишите и задавайте вопросы в комментариях. Если есть какие-либо личные вопросы, то вы можете написать также мне в Telegram, ссылочка будет внизу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!